Здравствуйте! На канале ЭТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. А со мной в студии военный историк, бывший посол Израиля в Армении и Грузии Барух Бен-Нерия. Здравствуйте, Барух. Здравствуйте. Ну, тема дня у нас сегодня может быть только одна, потому что мы записываем эту программу 7 ноября 2017 года. Правда, по новому стилю, но все равно символично. 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. В связи с этим у меня первый вопрос такой. Я не знаю, вы смотрите российское телевидение? Да, немало. Смотрите? Немало. Да. Там сейчас очень много приготовленных, опять-таки, к этой дате сериалов, фильмов художественных, которые посвящены этим событиям. И я обратил внимание, и многие мои знакомые, коллеги обратили внимание, что создается такое впечатление, что всю революцию делали евреи. Okay. Это... иллюзия или так оно и есть на самом деле? Вы же изучали этот вопрос. Да, и очень внимательно. Очень серьезно. Я даже пишу сейчас, я надеюсь, закончить очень интересное исследование о участии или, сказать, роль евреев, российских евреев в военных и структурах безопасности Советского Союза с 1917 года до 1945 года. Это 28 лет, это целое поколение, которое вошло в советские системы, военные и другие, и насколько они действительно укрепляли Советский Союз и даже делали эту революцию. Так евреи сделали революцию? Нет, нет. Евреи не делали, они были только часть этого, они участвовали довольно активно, но как, смотря какие евреи, если рассмотреть евреи, которые были в социал-демократической партии большевиков или меньшевиков, там был довольно относительно высокий процент. Но, и, конечно, Троцкий, который присоединяется к большевикам уже, когда он возвращается в 1917 году из Соединенных Штатов. Он тогда только присоединяется к большевикам, и Ленин предлагает ему, потому что у него есть некоторый военный опыт с 1905 года. В революции 1905 года Троцкий тогда был командиром всяких таких группировок рабочих, которые воевали против власти в Москве, на баррикадах и так далее. Кроме того, у Троцкого был военный опыт, когда он был военным журналистом на то, что называется Балканские войны, 12-13 год, до Первой войны, он участвовал в этих войнах, писал, статьи и так далее, изучал военное дело, как сказать. Он рассматривал, как это делается. Так что или теоретически, и больше даже, я бы сказал, практически он понимал что-то в этом. Вместе с тем были, конечно, Каменев, Зиновьев, были Йоффе, был в чем-то Литвинов, если вы помните эти все, да, эти, да, и так далее, которые не имели военного опыта. Так что большинство, кто делал эту революцию, Ленин и бывшие генералы генштаба российской армии или российской армии, например, Бонч-Бруевич. Если помните, да, это были два братья. Два братца. Они очень помогали в этом. Большая фамилия была. Да, конечно. И еще были другие, которые приходили на, на большевистскую сторону. Но вместе с тем, кто действительно помогал 25 октября, когда в день рождения Троцкого, кто делал этот переворот, это был то, что называется Петроградский гарнизон. И то, что называется совет солдатов, крестьян и рабочих. Они как-то организовали все это. Конечно, большевики были в верхушке этого, но они это захватили власть, во-первых, в Зимнем дворце и по Петрограду. А потом это уже распространилось дальше. Так что евреи имели какой-то вес. Зиновий, например, был довольно активен, но... Их потом обвиняли в том, что они не были уверены в этом перевороте. И потом обвиняли, да, это потом. Позже. Да. Даже Троцкий уже обвинял во время гражданской войны. И были евреи, которые, например, служили в российской армии, в царской армии, тоже имели какой-то опыт военный. Таких было совсем немного. Немного. Но был Ярославский, например. Ярославский, он такой. И были еще некоторые. Но сам
самые евреи в этой революции, а потом в гражданской войне, их вес очень поднялся. Потому что большинство русского населения не сразу приняли большевиков, и все эти меньшинства Российской империи, которые были готовы поддержать, а евреи были готовы поддержать из-за погромов и, да. это, и так далее, так что они приходили. Но главный военный революционный совет, да, он мобилизовал даже китайцев, венгерцев, военнопленных, которые участвовали на стороне большевиков. Так что это все было международное. А вот такой вопрос, ответа на которого я, честно говоря, найти не могу. У нас же, у евреев считается, что евреи – это не просто национальность, как у других. Это еще и связано с вероисповеданием. Всегда как бы два неразрывных момента, слившиеся воедино. Так вот эти люди, о которых вы говорили, Троцкий, Каменев и так далее, и так далее, и так далее, которые пришли в революцию и, в общем-то, тоже ее делали в целом. Они были евреями в этом смысле или нет? Нет, они не были евреями в этом смысле, в религиозном смысле. То есть они были как бы абсолютно русскими людьми уже? Нет, нужно понять, потому что Первая мировая война или до этой войны социалистическая идея, это наднациональная идея. Марксизм – это наднациональная идея. Это идея, как сказать, Мамад на русском языке. Настройка. Нет, настройка – это класс. Это идеология классов, а не национальности. Несмотря, что Маркс и Энгельс брали в счет национальность, но они всегда продвигали идею, что эта национальность отойдет в сторону, когда будет революция и будет продвигаться социалистический строй. И потому что по им, как они понимали, что такое класс – который эксплуатирует рабочих и крестьян, и даже интеллигенцию, эти классы, они действуют по идее национальной идеи. Это буржуазия, это аристократия, земельная аристократия, это вся иерархия, которая состоит в империи, где стоит вверху император. Так что и идея императора, идея такого строя, он всегда берет в счет и национальную идею. А марксизм, ленинизм, они более занимаются классовым подходом. И так что для них религия и национальность это были два аргумента, два аспекта, которые мешали развитию этого прогресса. Исходя из этого, можно ли этих людей называть в полном смысле евреями и говорить о том, что вот евреи участвовали, с таким успехом можно сказать, что участвовали в революции башкиры, украинцы, поляки, русские. Нет, я, к сожалению, не могу с вами согласиться, потому что вы должны понять, к концу… Я не утверждаю, я спрашиваю. Да, прошу, я понимаю. К концу 19 века, когда идет индустриализация Российской империи, много из еврейских общин, то, что черты оседлости, да. И те, которые уже вышли из черты оседлости, они отходят от религии, от еврейской религии. Они уходят от своих общин, которые основаны на религиозной основе, цибур, кахаль, да. И так далее, и создают бунт, например, создают социалистическую партию еврейскую, но не религиозную. Евреи как национальность. Да, просто светскую партию. И таких было много, таких еврейских организаций. Наоборот, они, и даже сионизм начинается не религиозным. Герцль не был, он был против религии. Потому что сионизм это было действительно национальное движение, национальная организация, которой религия только вмешивалась или мешала этому движению. Так что секуляризм, как сказать? Секуляризм в Европе после 40-х годов 19-го столетия, когда идет то, что называется весна народов, очень много отходят от религии и ищут то, что называют национальную идею, национальное освобождение. А евреи то же самое, многие из евреев. А потом многие из евреев
выезжают, эмигрируют из Российской империи после этих погромов в конце 19-го, начала 20 века, уезжают в Америку. Это новый мир, совершенно нерелигиозный в своем, сказать, своей конструкции. И тогда много евреев отходит от религии, совершенно, потому что меняет обстановку и так далее. Мы, я извиняюсь, что я говорю, но мы нужно смотреть на те времена, 100 лет тому назад, даже больше, даже, не стереотипами, потому что мы живем в государстве или обществе, где религия возвращается как политическая сила. А мы, а я, если рассматривать те времена, большинство Европы отходит от религии. Даже Германия, Австро-Венгрия и другие во время Первой мировой войны, несмотря что есть священники в частях армии. И так далее, но большинство понимает, что религия не предотвратила эту скотобойню, которая называется Первая мировая война. А Первая мировая уже переделывает всю Европу, может быть, весь мир, совершенно другое направление. И поэтому мы видим, возникает то, что называется, очень много национальных государств, распадом Австро-Венгрии, распадом Османской империи, Российской империи, Германской империи, и даже некоторый распад Британской империи и Французской империи. Я уже не говорю о Испанской империи, и даже Соединенные Штаты начинают становиться какой-то империей через Филиппины, через Кубу и так далее. Если еще одну хотел бы призму всей этой ситуации с революцией рассмотреть, хотя их, безусловно, множество, мы можем завязывать так надолго, тем не менее. Известно, что тогда и сразу после революции много евреев, сионистов, так называемых, уехало, и многие были высланы потом в начале 20-х годов. Да. Насколько справедливым является утверждение, что революция, а такое я встречал в российской мемуаристике, что революция каким-то образом отчасти подтолкнула и служила, ну, я не могу сказать базисом и основой, но толчком для того, чтобы евреи уезжали в Палестину и к появлению государства Израиля. Это действительно толкало некоторых или даже выталкивали некоторых, но большинство еврейства осталось в Советском Союзе. Не, да, но кроме того, Советский Союз, от него были отделены части, территориальные части Румынии, Польши, литовские там государства, Финляндия и так далее. Значит, половина из еврейского населения царской империи оказались в Польше, в Румынии и так далее, а половина стала в Советском Союзе. Те, которые выехали, или те, которые выехали в Палестину, это просто самый меньший процент, очень мало человек, может, несколько десятков тысяч, даже меньше. Например, только в 27-м году высылается театр «Хабима» не в Палестину, он высылается из Советского Союза. Но потом они уже прибывают в Палестину. Шимон Дубнов, этот известный историк, тоже он выкидывается или выбрасывается из Советского Союза, он сам уезжает. Значит, некоторые просто добровольно уезжали оттуда, от Советского Союза, потому что после гражданской войны или в течение гражданской войны просто было невыносимо жить в этой обстановке. И я уже, если добавлю к этому масштабные погромы, которые шли по Белоруссии, Украине, Польше, Литве, я знаю, где-то в Румынии, все... Вы имеете в виду во время гражданской войны? Во время гражданской войны погибли где-то 250 000 евреев. Где-то 40% это женщины и дети. А потом были ноги покалечены, травмированы этими погромами. Поэтому люди удирали оттуда, потому что хотели выжить как-нибудь. Но если прийти к этой теме, Красная армия, например, об этом я пишу немало, создает, например, в 19-м году Троцкий и Ленин дают указ, по предложению, то, что называется «Пуалей Цион Смоль», это левый рабочий Циона, создает еврейские полка, два еврейских полка –
это где-то более 3000 человек, которые выезжают на польский-белорусский фронт и воюют как еврейские части. И кроме того, командиры этих полков или в ротах, или батальонах, они сами евреи. И приказы команды давали на русском и на идиш. Это было что-то. Но было еще что-то в пользу евреев. Огромное количество евреев пошли, были мобилизованы в Красную армию. И кроме того, Красная армия, политбюро, создавало то, что называется части еврейской самообороны, которые просуществовали до 22 года. И даже в 22 году заместитель командующего силами Украины и Крыма, это тогда не было генералов, но генерал Авксентьевский, я не помню, не могу выразить это слово, заместитель Фрунзе, он требует, чтобы эти части самообороны оставили, потому что польза от них для Красной армии, для советской власти огромная. Так что, может быть, их даже бы не распустили, если бы смогли оставить. А потом мы видим в гражданской войне очень много евреев поднимаются без военного опыта или очень, я бы сказал, опыт, солдатский опыт с Первой мировой войны поднимается до уровня командующих армий, корпусов, дивизии. Я говорю, например, Йона Якир был командир дивизии, 45-й дивизии. Был Яков Смушкевич. Нет, Смушкевич тогда еще не было. Я говорю, позже. Позже. Нет, я говорю, гражданская война. А, во время гражданской войны. Гражданской войне. И есть там и Медведовский, тоже командир дивизии, и Сокольников. И всех у них есть еврейские имена, я только называю, как они назывались сами. И я же не говорю о ЧК и ГПУ, которые довольно высокий процент евреев находилось в ЧК, ГПУ, ОГПУ, а потом НКВД. И, например, возьмем, например, пик евреев в НКВД. НКВД создается в 1934 году. Да, да, это особая тема. Да, окей. Вы хотите, что... Ну, я только напомню... Нет, я просто хотел бы вам как раз задать этот вопрос. О, может быть, он поможет вам конкретнее ответить на этот вопрос. Сейчас вот именно на волне вот этого юбилея, я уже не знаю, как называть это юбилей, не юбилей. Столетие, да? Очень же много материалов. Да. И часто, очень часто... Даже когда специально не подчеркивается роль евреев, о которой мы с вами говорили в самом начале, но всегда авторы не отдают себе, не отказывают себе в удовольствии, упоминая те или иные исторические личности и называя их светские имена, в скобках обязательно указывать настоящие еврейские имена, тем самым, чтобы читатель понимал, кто именно, так сказать, принес горе русскому народу. И естественно, что вот тема террора, НКВД и так далее, чисток, занимает здесь большое место. Так что, пожалуйста. Нет, я только добавлю, что очень много стереотипов и очень много легенд идет, то, что я назовем это статистику евреев в этих структурах. К моему счастью, я 8-9 лет тому назад сидел несколько раз, иногда по месяцу, в российских архивах, и мне дали скопировать то, что называется списки евреев в каждой части или в каждые 20-е годы, 30-е годы и начало Второй мировой войны. В том числе в НКВД. В том числе НКВД, но НКВД находится в архиве ФСБ. Но часть из них уже была опубликована в России. И, например, Никита Петров, например, опубликовал кто и кто в НКВД. Так давайте посмотрим эту тему. Но статистика это очень важно понять эти аспекты, насколько действительно евреи находились или засели, как сказать, в этих структурах. И до этих публикаций и даже до этих архивов тут воображали очень много и рассказывали очень много басни, извиняюсь за... Никто действительно ничего не знал об этом. Но в 90-е годы и потом позже уже были... С 30-го года до 38-го года в НКВД, когда уже это еще ОГПУ, а потом 34-й НКВД, почти 40% в высшем составе НКВД были евреи.
почти 40%. Кроме того, ягода, это Енох Иуда, это его настоящее имя, он был евреем, и были еще много высокопоставленных евреев в НКВД. На самом высшем, были, например, начальники НКВД в республиках, на Украине, в Казахстане, где вы хотите. А потом НКВД, то, что контрразведка, да. Это то, что называется, это особый отдел. А потом я уже внешняя разведка. Я уже не говорю, что все эти шпионские сети, они возглавлялись евреями. Это Трепер и, сказать, Гуревич и так далее, и так далее. Так что можно сказать, что евреи до 1938 года, они действительно диктовали обстановку, и Сталин очень считался с ними. Но когда в 1936 году он убирает ягоду, потому что для него ягода недостаточно эффективен, и Ежов назначается, Ежов приводит своих евреев или оставляет некоторые евреи из ягодов. А потом приходит Берия, он тоже убирает евреев, но приводит своих евреев. Но это уменьшается с 40% до 8-9% уже в 1939 году. Но это не из-за еврейской национальности, я должен это объяснить, потому что они принадлежали, они были часть этой группировки, которая предшествовала начальника, как сказать. И если возьмем, например, Берию, в Берии было очень много евреев, например, генерал-лейтенант Мильштейн, я не знаю, сколько вы это знаете. Потом были это уже не Берия, это еще Ежов, например, братья Берман, Матвей и Борис Берман, они были начальники ГУЛАГа. Да, были такие. Так что там было очень много, но самое главное – это внешняя разведка. Без этой внешней разведки, я не знаю, насколько из-за, но в 1938 году более-менее эти разведывательные сети уничтожаются или сокращаются, их подозревают, да. Но не только их, например, Зорге, который сидел в Японии, его тоже хотели возвратить, он отказался, и поэтому Сталин не доверял ему до конца почти. Так что это все, это система подозрения, и кто политически лоялен, а кто политически не лоялен, это очень сложно там, в те времена, но вместе с тем евреи продолжали быть в советских военных структурах, структурах безопасности, и разведывательные структуры, до конца Второй мировой войны на самом высшем уровне. Если мы уже затронем, во время войны, например, я это сделал свою статистику на основе своих документов, например, из 730 человек, которые командовали корпусами во Второй мировой войне, это было, не было 730, но 730 человек занимались, понятно. Да, 29 из них были евреи. Это было четвертое место после русских, украинцев, белорусов, четвертое были евреи, а у белорусов было не намного больше, было 30-32 человека, которые командовали корпусами. 9 евреев и 110 армий, которые были созданы во время войны и командовали где-то 100 с чем-то человек, и 9 из них были евреи. Один очень известный, это генерал, потом генерал армии Яков Крейзер, это известный генерал, он получил в 60-е годы это звание, но он был генерал-полковник в конце войны. И были, как сказать, были, сейчас я начну вспоминать, но да. Это не важно. Что я хочу сказать всем этим? Несмотря на, я дошел к каким-то выводам в этом. Несмотря на антисемитизм в Советском Союзе, было антисемитизм, это не надо забывать и невозможно забыть, но сама система была готова продвигать людей, которые были лояльны системе, доверены системе и были профессионалами. Значит, это совместно, лоялен системе и вместе с тем даешь пользу системе, не только быть лояльным. Потому было очень много лояльных людей, но они не были профессионалы, они просто даже мешали, иногда их убирали, ни разу, ни два. Возьмем, например, этих самых высших, маршала Буденного, например, или маршала Ворошилова. Они были самые близкие люди к Сталину, но в той мировой войне они просто просрали все, что они делали.
и просто провалили. И поэтому он постепенно их убрал в сторону. И, например, маршал Кулик, если вы помните такого человека, тоже первая кон-армия, он в 41 году провалил эту операцию в Керчи, и потом его освободили, судили, снизили с маршала до генерал-майора, потом его подняли еще раз на генерал-лейтенанта, но его просто отставили совершенно в сторону, и в 50-м году его расстреляли. И потому что его подслушивали и записали его разговоры с другим генералом в Приволжском округе, где-то, я не помню точно. Но не в этом дело. Дело в том, что нужно понять. По-моему, кроме того, в Красной армии воевали почти 500 000 евреев. Это была единственная армия, которая в чем-то, можно это объяснить так, защищала своих евреев и я бы сказал, не давала, а если смотреть, например, положение евреев в американской или британской, их просто ненавидели. И антисемитизм в американской армии был на уровне как расизма против негров. Поймите, это в английской армии то же самое. Не хотели продвигать евреев, они дошли до бригадного генерала очень малое количество. А когда мы рассматриваем в Красной армии, это 310 официальных генералов, генерал-лейтенантов, даже генерал-полковников, а были еще генеральные звания, которые шли от НКВД, а потом это МГБ или как там это, МВД, МГБ. Которые начинали звание до войны, это старший майор МГБ. Что такое старший майор, если два звания выше, это уже полковник. Бригадный генерал. Это тоже генеральское звание. А потом есть то, что называется после комиссара безопасности. Комиссар третьего, безопасности. Это уже генерал-майор. Не, генерал-майор, а потом первого ранга и генеральный комиссар. И так далее. Так что Советский Союз, несмотря на все недостатки, я прохожу, сказать, демографически и социально-политически к выводам, что в конце концов евреи до войны, во время войны и даже после войны, это я хочу добавить, может, если интересно, даже после войны, несмотря на кампанию космополитизма и так далее, были генералы и адмиралы, которые продвигались или их поднимали с уровня полковника или капитана первого ранга на уровень контр-адмирала или генерал-майора и так далее. Немного, но были. Так что это довольно сложный вопрос. Как и все в истории. Да. Но в любом случае время подводить итоги. Некий рубеж, вот это столетие был некий рубеж, да. И хороший повод поговорить на эту тему. Барух, большое спасибо за этот рассказ. На этом все, мы прощаемся. Я напомню, что со мной в студии был военный историк, прошу прощения, Барух Бен-Нерия. Всего доброго.